Да, действительно, вот сверху видно, что очень высоко играют в обороне французы. Очень близко к центру поля держатся. Я даже из тех, кого довелось уже комментировать. Бензема. По-моему, в такой манере никто не действует. Еще один. Вынимай, пятый. 73-я минута матча. Сисоко, кто там еще не забивал? Можно сегодня? Можно! 5-0 в пользу сборной Франции. Празднуют французы. Тут есть что попраздновать. Крепится Герхитцфельд. Мы верим в ваши способности восстановить команду даже вот после такого. Бензема голевую-то отдал опять. Я, честно говоря, не довелось мне видеть все матчи сборной Франции, абсолютно все, с участием Карина Бензема, так что, может быть, я скажу, что это его лучший матч в составе сборной, а кто-то из знатоков вспомнит какой-нибудь другой поединок.